Всем привет! Мы продолжаем вязать с вами курточку на малыша 6-9 месяцев. Мы уже связали детали, вперед, спинку, рукава и все, и рукава сделали. Все мы уже сшили, пошивали детали. На этом уроке начнем вязать воротник. Теперь я вам сейчас покажу, как мы его будем вязать. Так, воротник мы сейчас по краю горловины, вот вырезав горловины, набираем петли. Петли набираем вот таким образом. Будете в каждую петельку вот так прокалывать и доставать вот петлю вот таким образом. Вот, показываю еще раз. Так. И вот так. Потом опять так. И вот так. Вот таким образом будете, вот я набрала уже, наберете 58 петель. 58 петель у нас получилось полностью по горловине. Так, на передних полочках у нас получилось впереди по 16 петель и 26 петель сзади. Так, продолжаем вязать. Вязать будем воротник вот такой резинкой, которая не растягивается. Так, начинаем вязать. Петли набрали, теперь вяжем. Так, тут у нас получилось, мы набрали петли на изнаночной стороне. Мы сейчас вяжем здесь. Так, сейчас одну провязываем лицевой, одна петля снимается, нить перед работой. Лицевая снимается, вторая нить перед работой. Лицевая, снимаете нить перед работой. На изнаночной стороне мы так вяжем. Так, лицевая, теперь эту нить перед работой. Лицевая, снимаем нить перед работой. Лицевая, снимаем нить перед работой. Лицевая, снимаем нить перед работой. Так вяжите до конца ряда. Так, я вам сказала, тут мы вязали как бы лицо, изнаночная сторона, то я просто оговорилась. Воротник то будет вот так подворачиваться, это получится, это как бы лицевая сторона, а это изнаночная. Так, теперь мы точно так сейчас вязали, будем вязать, повторять. Первую снимаете, там где изнаночная, снимаете нить перед работой, а лицевую провязывать. Где изнаночная, снимаем нить перед работой, лицевая провязывать, снимаете, лицевая провязываете. Вот, снимаете, видите, вот так как петля, провязываете, снимаете, провязываете, вяжете до конца ряда. Точно так же еще провяжем третий, четвертый ряд. То есть, крайнюю снимаете. Там, где лицевая, лицевой провязываем, где изнаночная, снимаем. Лицевая, где изнаночная, снимаем нить перед работой. Вот, сейчас третий ряд провяжете и четвертый, точно так. Так, теперь вяжем, мы 4 ряда провязали, теперь вяжем пятый ряд. И как сейчас будем вязать пятый, шестой ряд, будете повторять. Повторяться будете с 5 по 6 ряд. И так начинаем. Первый снимаете.
Сейчас на лицевой стороне мы вяжем как резинку 1 на 1. Одна лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая. Где лицевая, тут там вяжите лицевую, где изнаночная, изнаночная. Так. Лицевая, изнаночная, вяжите до конца ряда. Так, мы довязали пятый ряд. Вязали мы резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная петля. Теперь вяжем шестой ряд. Шестой ряд будем вязать так же, как вязали с 1 по 4. То есть, одну снимаете. Где изнаночная, снимаете нить перед работой. Потом лицевая. Где изнаночная нить перед работой, снимаете лицевая. Потом изнаночная нить перед работой снимается, лицевая. Где изнаночная, снимаете петлю, нить перед работой, лицевая. Это повторяйте до конца ряда. Вот мы провязали шестой ряд. Теперь будете повторять вязать точно так. Повторяет рисунок с пятого. Пятый, шестой ряд повторять будете до конца вязания. Провяжите вверх где-то сантиметров 6,5-7. Потом будем закрывать петли. Так, провязали мы высоту воротничок. Я вам говорила, можете 6-6,5, можно и 5. Я решила сделать как бы короче, ну, высоту меньше. 5 сантиметров я сделала. По желанию смотрите, если хотите выше, можете выше, ниже, это уже на ваше усмотрение. Так, теперь мы будем закрывать петли. Закрываем петли таким образом. Провязываем. Первый снимаете, потом делаем накид. Накид делаем, если вот идет лицевая петля, мы делаем накид на себя. Теперь провязываем лицевую петлю. Так. Теперь мы ее снимаем. Вот этот накид. Снимаем через эту так лицевую петлю, перекидываем. И теперь следующую тоже через эту же петлю сняли. Так. Теперь вот идет следующая изнаночная. Мы делаем накид теперь от себя. Вот так. Провязываем изнаночную петлю. Перекидываем через эту петлю накид, который мы делали. И за накидом тоже петлю перекидываем. Так. Вот таким образом. Теперь опять идет лицевая. Делаем накид на себя. Провязываем лицевую. Теперь перекидываем эту лицевую, этот накид через лицевую петлю. И следующую петлю тоже мы перекидываем через эту. Так, следующая идет изнаночная. Делаем накид от себя. Провязываем изнаночная. Перекидываем через петлю и следующую петлю тоже перекидываем. Вот таким образом. Так вяжите до конца. Вот мы закончили вязать курточку на малыша на 6-9 месяцев. Осталось подкладку пришить и пуговицы. Вот воротник мы сделали уже. Все. Потом, когда пришью подкладку пуговицы, запишу видео. Посмотрите. Так, довольно очень теплая курточка получилась и красивая. Еще осталось постирать и прогладить.
Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. До новых встреч. До свидания.